Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли, и это вторая часть моего курса Парнатекс. Все, что вам нужно для урока, это финальная сцена с первой части. Ее качаем с charlietoots.blogspot.com в разделе «Материал с Фотуз» в блоке курса Парнатекс. После чего открываем финальную сцену и давайте ее подготовим к уроку. Для этого выключаем ненужные нам модификаторы, кроме OX Edit Whites. Далее выбираем данный модификатор и первый инструмент Roots. Но перед тем, как разбирать его опции, давайте сначала разберем две верхние кнопки Hide and Freeze. Две данные функции позволяют вам скрывать и замораживать выбранные гайды. Для примера выберем какую-то часть гайдов и нажимаем Hide. Как видим, выбранные гайды стали скрытыми. Чтобы снова показать их, нажимаем Unhide All. Freeze же, в свою очередь, замораживает выбранные гайды, и на них не будут работать инструменты, пока гайды находятся в этом режиме. Чтобы разморозить, нажимаем Unfreeze All. Теперь рассмотрим следующие опции. Если включить опцию Cool Backfacing Roots, то все гайды, которые в настоящее время направлены в обратную сторону от камеры во вьюпорте, не будут доступны для редактирования. Hide Backfacing Roots, в свою очередь, скрывает данные гайды. Show Vertex Ticks показывает вершины гайда. В данный момент они еле заметны, но Марсель обещал сделать опцию по управлению их масштабом. Это те самые вертексы, количеством которых вы управляете с помощью параметра Number Points по X Wide From Surface. Если их сделать больше и немного отдалиться, они будут немного заметнее. Следующая опция Hide Guide Gizmo скрывает гайды в последующих модификаторах. Если они включены, то подсвечиваются оранжевым цветом. Далее идет вкладка Soft Selection, которая работает аналогичным образом, как и в Edit поле. То есть, если включить данную опцию, то можно настраивать радиус захвата рядом стоящих с выбранным гайдом. После Soft Selection идет вкладка Root Management, которая позволяет выращивать или удалять гайды, задавать количество сегментов в выращиваемом гайде и настраивать интерполяцию. Для примера давайте количество гидов поставим поменьше, например 100. Чтобы вырастить гид, нажимаем Plant и указываем место на поверхности, где вы хотите его вырастить. Обратите внимание, что гиды выращиваются в направлении рядом стоящих. Это очень удобно, например, для создания каких-нибудь зачесов, челок или проборов. Более детально на примере я покажу в следующих уроках, во время полного цикла создания прически. Remove же, в свою очередь, удаляет выбранные или выбранные гайды. Давайте выберем несколько гидов и нажмем Remove. Как видим, опция работает как нужно. Далее идет настройка количества точек в добавляемом гиде и интерполяция с тремя опциями. Без интерполяции, интерполяция между двумя гидами и она же между тремя. Следующая опция Rotate Strands позволяет вращать так называемые стренды, что очень удобно для управления перьями или отдельными плашками волос в геймдеве. Чтобы наглядно увидеть действие данной опции, давайте назначим модификатор OX Mesh From Strands, чтобы сделать плашки из наших гайдов. Плюс опустим Render Settings ниже этого модификатора и настроим наши плашки, чтобы они были более заметными. Теперь переходим в OX Edit Whites. Выбираем один или несколько гайдов, включаем видимость действия верхних модификаторов и нажимаем Rotate Strands. Затем вращаем стренды простым движением мыши. Это что касается одного гайда. Давайте выберем теперь несколько и повторим те же действия. Как видим, опция работает как с одним, так и с несколькими гайдами. Также эту опцию можно использовать в связке с модификатором OX Rotate Strands, который позволяет вращать все стренды. Опция Angle вращает сразу все стренды, а вот как раз в Edit Guides с тулзом Rotate Strands можно вращать отдельно выбранные. Иногда это очень нужный момент, так что рекомендую его запомнить на будущее. Итак, с Rotate Strand опцией все. Удаляем ненужные модификаторы, в которых сейчас нет необходимости, и продолжаем обзор. Далее идет очень интересная вкладка Channel Groups,
которая позволяет назначать группы гайдам и использовать их в вышестоящих модификаторах, где есть такая возможность. Как это работает, сейчас покажу. Создаем новую группу, нажав кнопку New. Выбираем ее в списке. Далее выделяем любые несколько гайдов и назначаем любой ID, выбрав его в списке цифр, например 2. Теперь для примера назначаем модификатор Freeze, который делает растрепанные волосы. И в его опциях в Amount Map выбираем нашу группу. Крутим параметры фриза. Как видим, он оказывает влияние только на выбранную группу. Таким образом, можно создавать несколько групп и управлять сложными прическами. На этом с тулзами Roots все, переходим к следующему подобъекту Strand Object. И первая кнопка, которую мы видим в Strand Operators, это Import Spline. Она позволяет импортировать нарисованный сплайн и размещать его в любом месте нашей поверхности, тем самым добавляя его в гайды. Чтобы увидеть, как работает данный инструмент, давайте нарисуем любой сплайн в фронтальном вьюпорте, например, какой-нибудь такой длинный, длиннющий. Теперь выбираем наши гайды и нажимаем кнопку Import Spline. Затем выбираем этот сплайн и кликаем в той части поверхности, куда мы хотим импортировать его. Как видим, сплайн вырос именно там, где мы кликнули. Хочу заметить, что вы можете бесконечно выращивать гайды по профилю данного сплайна, просто кликая по поверхности, пока нажата кнопка Import Spline, и каждый сплайн будет выравниваться в соответствии направления рядом стоящих гайдов. Давайте временно скроем плейны камеры, так как мы сейчас ничего не рендерим, и они только отвлекают. Да, так намного лучше. Следующая кнопка Cut позволяет подрезать выбранный или выбранный гайд. Давайте выберем какой-нибудь из них и нажимаем Cut до тех пор, пока будем удовлетворены. Например, так. Следующая кнопка Braid позволяет заплетать косы разных видов, но перед тем, как начать работу с данной опцией, давайте подготовим гайды для удобства. Переходим в самый первый модификатор, ставим Guides Count 300 и длину гайдов побольше. Затем переходим в UX Edit Guides, выбираем Strand Object и все гайды, которые хотим заплести в косу. Инвертируем выделение, переходим в Roots и удаляем. Далее переходим в Strand Object, выбираем все наши гайды и выравниваем таким образом. После чего нажимаем Braid. Сразу же рекомендую увеличивать Global Clamping, Global Scale в настройках, чтобы наглядно видеть все изменения, которые вы будете делать. Конечно же, это нужно делать в том случае, если изначально косичка получилась такая, как у меня. Итак, приступаем к обзору настроек косы. Первое, что мы видим, это два графика Braid Settings. Первый отвечает за масштаб каждой заплетенной пряди, а второй отвечает за масштаб всей косы. Перемещение в среде графиков происходит с помощью средней кнопкой мыши. Специально на экран вывел такую мышку, чтобы было видно, что я нажимаю. Добавление точек производится левой кнопкой мыши, удаление правой. Далее идет Braid генератор, и первая опция, которую мы видим, Type, тип волос, рыбий хвост, скрученные и пользовательские. Custom коэффициент я рекомендую оставлять по умолчанию. При создании пользовательского типа волос, этот параметр влияет на разные формы косы. Custom коэффициент, равный 2 по умолчанию, позволяет предотвратить перекрытие пряди в простых прическах. Параметр Output Clamp Count управляет количеством прядей, заплетенных в косу. В данный момент стоит значение 6, и если мы нажмем Generate, то увидим увеличение прядей на это количество. Если же поставить 1, то увидим всего лишь одну прядь. Output Frequency отвечает за частоту волнистости. Значение 1 позволяет полностью убрать волнистость. Давайте поставим значение 5, а количество прядей равное 3. И перейдем к следующим настройкам. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски с помощью кнопки Subscribe. Делитесь с друзьями через кнопку «Поделиться», не жадничайте, ведь они тоже хотят получить эти знания. Также можете перейти в группу, нажав на значок ВКонтакте.
Пишите ваши пожелания, комментарии и вопросы. Если кликните на превью, то сможете посмотреть предыдущую часть курса, в которой разбираю настройки основных модификаторов Орнатрикса, а также быстрый рендер волос V-Ray с помощью пресета и карты OX Texture. Если же вы кликните на другие из иконок, то вы попадете на один из сайтов с моими моделями – Prototypster, 3DD и CGTrader соответственно. На этом урок заканчиваю, следите за новостями в моей группе. Всем мира!